Добрый день, дорогие друзья! Рада вас приветствовать традиционно по понедельникам. И хочу продолжить нашу конференцию. Вижу, что всем хорошо слышно меня, и поэтому начинаю сразу с поздравлений. У нас сегодня есть сильвер-мастера в России только. И это значит, что Россия активно поработала эту неделю, поддержала наш бизнес в разных городах. Я от всей души поздравляю Евгения Карпова из Хабаровска, Надежду Высоких из города Котлас, Ларису Соснову из Тюмени, Веру Сотникову. Верочка не указала почему-то свой город в кабинете личном, Людмила Иващенко, Екатеринбург, Людмила Хлопунова, Серов, Алексей Уханов, город Рубцовск. Ну, подсказывают, что Вера Сотникова из Калининграда, надо, чтобы она исправила свои данные, отредактировала. Это же здорово, когда команда города радуется за своего лидера. Золотой мастер – это квалификация вторая в разделе мастеров. И сегодня здесь два партнера, один из Финляндии, город Jyväskylä, Esko Kalevi Peltonen, который получает дополнительно две акции за скорость, и это значит, что он молодец, порадовал и себя, и свою финскую команду, получил больше акций в свой портфель инвестиционный и, конечно же, является примером, которого все пытаются повторить. Звука нет. Будьте добры, модераторы, отреагируйте. У меня показывают, что со звуком все нормально. Гульмира Сарсекова, Казахстан, из города Тарас, тоже сегодня поднялась на вторую ступень раздела мастеров. И Тарас, наверное, ее бурно поздравляет, ну, как, впрочем, и вся алматинская команда. Мы желаем этим партнерам успехов и быстрее подниматься дальше. В этот раз мы проскакиваем платиновую ступеньку, третью мастеров. За эту неделю никто там не оказался у нас, но зато есть два лидера целых на ступеньке Diamond мастеров. Бриллиантовые мастера – это те, кто достойны особого успеха. Они уже закрывают работу в разделе мастеров. И мы с вами узнаем новые фамилии. А сегодня это Татьяна Соковикова из Ижевска и Каракыс Иргит из города Мугур-Аксы. Ну, давайте будем знакомиться с ними более близко. Татьяна Слобожанина, лидер ижевской команды, верхний спонсор, поздравляет Татьяну Соковикову с закрытием квалификации Diamond Master. Дорогая Татьяна, от всей души поздравляю тебя с повышением карьерного статуса. Я знаю тебя как сетевика со стажем, позитивного, отзывчивого и настойчивого человека. И эти качества помогают тебе продвигаться по карьерной лестнице. Я хочу пожелать тебе, чтобы дальнейший путь не был сложным и тернистым, чтобы это было лишь началом, и твой карьерный рост не останавливался на этой ступени. Повышение статуса – это доказательство твоего профессионализма и таланта. Это доказательство огромного доверия со стороны партнеров, коллег и близких. Ничего не дается в жизни просто так. Все зарабатывается огромным упорством и стремлением идти к своей цели, несмотря ни на какие препятствия. Наступает момент, когда успех находит своего героя и открывается дорога к изобилию Вселенной. Пусть же растут лидеры в твоей команде, как грибы после дождя. Желаю тебе, моя хорошая, всех благ, крепкого здоровья, терпения, успехов семейного благополучия, постоянного совершенствования в новой роли. Директорская ступенька не за горами. Будь любима и счастлива. Ну, что можно добавить? По-моему, только присоединиться к поздравлениям Татьяны Слобожаниной и пожелать быстрее открыть двери директорской команды. Ну, а мы знакомимся с новым лидером. Арлан Бахо из города Кызыл,
знакомит нас и поздравляет одновременно с Каракыс Иргид. Дорогие друзья, в команде ТВ родился новый Diamond Master. Сердечно поздравляем нашего партнера Иргид Каракыс, Мугур Аксы Монгун Тайга с этим высоким карьерным статусом. Каракыс. Этот статус – это последняя и очень важная ступень перед входом в директорскую команду. Вы открытый и добрый человек, прекрасный лидер, который всегда готов прийти на помощь своим партнерам. В нашем проекте вы увидели большие перспективы не только для себя, а и для всей вашей команды. И уверенно продолжаете идти к намеченной цели. Продолжайте в том же духе. Я, как лидер, очень рад, что мы вместе развиваем наш проект перспективный и глобальный GEMFAMI Market Space. Вся наша тывинская команда поздравляет вас с этим достижением и с нетерпением ждет вас в директорской команде. Чугле Бурунгар. Ну, мы присоединяемся к поздравлениям Орлана и, конечно же, желаем этому красивому лидеру открыть двери директорской команды гораздо быстрее. Елена Аржак, лидер города и верхний спонсор Иргид Каракыс Байкараевны. Она нам тоже прислала поздравление и рассказывает о том, что она является инвестором GEMFAMI Market Space 17 октября 2017 года. Вот какое знаменательное число, дата. Этот партнер с большим жизненным опытом, заслуженный медицинский работник Республики Тыва, ветеран труда. От всей души поздравляю вас, Каракыс Байкараевна, с достижением карьерного статуса Diamond Master. Я благодарна судьбе за то, что у меня есть возможность строить бизнес вместе с вами. Сегодня вы создали большую команду, которая не только делает товарооборот, но и излучает любовь и уверенность в успешном будущем с GEMFAMI Market Space. Сегодня ваш день. Вы заработали и заслужили этот высокий статус. Я желаю вам здоровья, вдохновения и дальнейшего карьерного взлета. Уверена, что ваша цель обязательно будет достигнута. Крепко жму вашу руку и жду ваших новых достижений. Ну, а спонсоры сейчас уже поздравляют от всей души. Каракыс Иргид. И, конечно, желают ей всего самого-самого наилучшего. Самое главное, классных лидеров в ее команду, быстро растущую. Но это не все. Сегодня еще одна большая победа и очень заслуженная. Я знаю, что сейчас вот в чате начнут поздравлять огромное количество лидеров этого лидера с большой буквы, я бы так сказала. Для многих он стал другом, потому что исколесил буквально, не побоюсь этого слова, огромное количество разных абсолютно городов и стран на нашей планете GEMFAMI. И везде он делился своим опытом. Этот молодой человек, он на самом деле очень честный, очень искренний, порядочный, очень вдумчивый, основательный, я бы так сказала. Самое главное, что прежде чем что-то рассказывать, вот насколько я его знаю и чувствую, в первую очередь он всегда все пропускает через себя, он разбирается сам. Если у него есть какие-то вопросы, он их задает, раскладывает все по полочкам, когда ему все становится ясно. После этого он едет к людям и делится с ними от всей души той информацию, которую он принял, понял и решил ею поделиться. Сергей Самсонов поздравляет от всей души Александра с закрытием директорского статуса. И вот что он написал. Твой вклад в развитие GEMFAMI и команд трудно переоценить. В тех регионах, где вы уже успели поработать вместе всей семьей, с братом Антоном и с мамой Зоей Самоновой, вы навсегда остались в сердцах партнеров. Ну, я бы еще добавила Владимира Самонова, там тоже во многих городах побывала вся эта дружная семья.
Зоя, Владимир, Александр, Антон, все запомнились, конечно же. Но Александр, он яркой, вот такой запоминающейся личностью, на самом деле, всегда брал большой вот такой пласт, скажем, населения, которое приходило в этих городах и странах, партнеров, клиентов, на себя, потому что невозможно было не слушать Александра. Получили обратную связь о вашем последнем событии. Партнеры в один голос говорят, что Александр стал еще мощнее прежнего. Спасибо тебе за все, что ты делаешь для всех партнеров Gym for Me, за твое большое сердце и силу духа. Ждем тебя в золоте. Я уверена, что это будет очень быстро сейчас, когда двери директорской команды открыты. Елена Гирь из Перми тоже имела возможность поработать вместе с Александром. «Ты пример для многих молодых людей», – написала она. «Профессионал, отличный спикер, умеющий грамотно и понятно и зажигательно подать информацию, великолепный специалист, умело разбирающийся в технических моментах нашего бизнеса. Пермские партнеры от всей души поздравляют тебя с директорским статусом и благодарят за то, что щедро делишься своими знаниями и опытом с нами. Желаем скорейшего достижения новых высот и таких же ярких партнеров и лидеров в твоей команде». На самом деле, я бы сказала, что вот таких городов и таких поздравлений, их огромное количество. Вот обратная связь после приезда Александра во многие города шла не только в адрес в чатах лидеров, но и в адрес компании, где благодарили администрацию за то, что была возможность отправить Александра, что мы предоставили вообще возможность лидерам городов познакомиться с ним. И, конечно же, его все очень полюбили. Саша, ты отличный семьянин, отличный лидер с большой буквы, и мы тебе очень благодарны за весь твой путь, который прошли вместе с тобой в Gym for Me. Я уверена, что в Market Space ты тоже внесешь свою незаменимую яркую лепту в развитие этого проекта. Конечно же, вместе со своей звездной семьей. Ну и все желают себе звездных побед, конечно же, и больших-больших достижений. А самое главное, относятся с огромным уважением. Уверена, что Александр читает сейчас все поздравления в чате, и, конечно же, ему это очень приятно. Татьяна Малышева, Североуральск, написала и прислала нам фотографии, репортаж из города Сероево о том, что он принял эстафетную палочку событий Gym for Me Market Space. На мероприятии собрался целый зал партнеров и новичков. Было много гостей из Североуральска, Краснотурьинска, Карпинска. Благодарим всех, кто приехал и пришел на это событие. Татьяна Наумова провела блестящую презентацию в новом формате, уверенно и грамотно ответила на все вопросы волнующих партнеров. Все присутствующие получили важную информацию о развитии нашего проекта, приятные впечатления и эмоции. Благодарим Сергея Самсонова за поддержку и помощь. Благодарим Татьяну Наумову за приезд из далекого Хабаровска к нам на Урал. И это дорогого стоит — видеть, как профессионально, но в то же время легко и просто вы доносите информацию до каждого человека, после чего уходят все сомнения, проявляется твердая уверенность в правильности выбранного пути. Низкий вам поклон. Еще раз повторюсь, люди идут не за идеей, люди идут за людьми. Поэтому, конечно, незаменима роль лидерской команды Gym for Me и каждого лидера отдельно в развитии регионов, команд в разных странах, городах, поселках. А самое главное, что каждый понедельник лидеры держат пульс, руку на пульсе компании, на пульсе проекта. И каждый день мы совещаемся о том, какие достижения нам предстоит сделать в течение следующей недели, следующего месяца. И даже обсуждаем стратегическое планирование событий. Расписание презентации обучения для партнеров вы видите, как всегда, на своем экране.
17 сентября Москва, 19 сентября тоже будет в Москве презентация. Видите, что в Петербурге одновременно 19 сентября пройдет презентация. Информацию вы видите на своих экранах, где, во сколько, телефоны для связи. Но я хотела бы отдельно остановиться на двух событиях. 10-11 октября 2019 года пройдет базовый семинар Академии «Путь к успеху». И, как всегда, после этого события будут изменения не только в сердцах, головах, партнерах, но и в их командах, в их карьерных достижениях однозначно, потому что после приезда на семинар, как всегда, бывает взрыв. Взрыв сознания, переворот понимания, осознанности, погружения в бизнес. И отсюда вы можете взлетать к своим новым карьерным вершинам гораздо быстрее. Начинайте правильно, стартуйте правильно, и все у вас получится гораздо быстрее. И хотела бы сказать, что углубленный семинар – это второй этап. Еще приглашает несколько человек-лидеров. 22-24 сентября 2019 года лидеры в статусе платиновый мастер и выше тоже также могут подать свои заявки и прямо сейчас уже присоединиться к семинару, к обучению. Вот казалось бы, да, платиновые мастера уже такие мощные, такие сильные. Но я честно вам хочу сказать, что даже президентам очень важно учиться. Поэтому не звездите, не опускайте, не пропускайте свой успех отказом от обучения, потому что каждый раз на обучении вы получите что-то новое. Однозначно это будет очень здорово повысить свое качество, как всегда, лидера, как качество профессионального спикера и научиться новому опыту в области командных технологий. Ну и, конечно же, все у вас еще по времени получится. А вот сейчас посмотрела на экран и увидела 22 сентября, 19-21 сентября Грозный и 22 сентября, опять же, Грозный встретит Ольгу Храмову Владимира Березы. Там пройдет огромное количество встреч, я знаю, школы для партнеров, презентации. И эта молодая команда недавно начала развиваться активно. Я уверена, что они с нетерпением ждут приезда своих лидеров и будут приглашать партнеров. Хочу сказать несколько слов. Приглашайте людей сейчас столько, сколько только можете, потому что потом вы пожалеете, что вы сделали мало приглашений. Ваши лидеры поработают за вас, ваши команды пополнятся, и вы получите новых звездных лидеров в свои ряды. Итак, Ростов-на-Дону, 21 сентября. Там спикеры Татьяна Шапкина, Оксана Шедловская и Владислав Лысенко. 21 сентября тоже пойдет масштабная работа, презентация, брифинг и школа для партнеров. Ну, вот такие события я хотела бы осветить сегодня. И дальше я хочу прочитать к вам обращение от Зои Самоновой, которая является идейным руководителем, организатором программы «Академия. Путь к успеху» для партнеров и лидеров компании Gym4Me. И она просила зачитать ее обращение к вам лично. Дорогой партнер, дорогой коллега, если ты любишь жизнь, дорожи своим временем и люби возможности, которые тебе даются. Абсолютно простые действия могут привести тебя к финансовой независимости уже в этом году. Но прежде чем делать простые шаги, необходимо разобраться, что это за шаги, куда они тебя ведут. Предлагаю сделать это прямо сейчас. Добавь в скайпе мой логин,
подай заявку, вы видите логин, подай заявку и забронируй себе место на углубленном семинаре в Екатеринбурге 22-24 сентября, который поможет решить все твои проблемы, если ты готов действовать. Только на этом семинаре Павел Жданов лично поделится своим сокровенным опытом и расскажет, почему знакомые и незнакомые люди становятся инвесторами и влюбляются в наш проект. Инвесторы Павла лидируют по ККА-10. Каждый, кто будет на семинаре, сможет побыть Павлом Ждановым и сделать продажу прямо на глазах партнеров на сцене. Но вот я, прочитав эту информацию, честно вам говорю, тут же купила бы билет. Если вы еще раздумываете, верните назад слайдик. Если вы раздумываете еще, то вы не до конца осознаете всю мощь и возможности, которые можно там получить. Итак, вы можете узнать, как усилить все свои сильные стороны. И вы научитесь правильно пользоваться навыками, которые помогут очень быстро поднять и научить искусно управлять собой и другими. На семинаре также вы получите очень много полезной информации не только от Павла, но и от самых успешных топ-лидеров проекта. Количество мест ограничено. Я вам уже говорила, что несколько еще мест осталось и ждут ваших заявок. Двигаемся дальше. Перелистните страничку. Ну, опять же, напоминаю, что 13 октября, уже меньше месяца осталось, состоится международная конференция инвесторов GEM4ME Market Space, и осталось еще несколько билетиков для лидеров в статусе Silver, Master и выше. Стоимость билета 200 евро. Просто вот буквально могу сказать вам, да, что самый большой зал, действительно осталось там совсем немного билетов, но очень хочется, чтобы буквально в этом зале яблоку было упасть негде, чтобы каждое свободное пустое место было вами занято. Потому что уж если говорить о перевороте сознания, то на таких семинарах оно точно происходит мгновенно, вот в течение буквально нескольких часов. Двигаемся дальше. Это у нас последний слайдик, по-моему, да? И я хотела бы завершить конференцию напоминанием о том, что каждый месяц оценка нашей компании растет, соответственно, с тем фронтом работ, которые мы выполнили. Может быть, вы пока это не видите формально. Но вы поймите, что так часто невозможно это делать просто формально, да, то есть невозможно каждый месяц показывать новую оценку. Но вы должны четко осознавать, что поскольку идут инвестиции в рекламу и разработку, то осуществляется какая-то работа, пока не оцененная, но она обязательно будет оценена на момент оценки. И поэтому успевайте именно сейчас не пропустить все там самые ценные для себя дни и недели, когда вы можете пополнить свои портфели акциями. Тем более, что сейчас каждую неделю они в пакетах уменьшаются, и потом это будет стабильно уменьшаться ежемесячно. Самое главное, здесь и сейчас вы можете совершить свой прорыв в будущее, в свою финансовую независимость и показать путь людям, которые идут вместе с вами и строят свою жизнь точно так же самостоятельно. Ну, а мы желаем вам огромного успеха в этом и всего вам самого наилучшего.